Январь, свежак. Срок годности не ограничен. Ну вот это пиздеж. На солнце пластик трескается. Обычно. Так, на немецком. Это на английском. Тут вот круглым скотчем заклеено. Тут тоже было заклеено круглым скотчем. Я при получении срезал, открыл и проверил, что там и как. Теперь откупорим кубышку. Эх, ты замял край. Блять, вот нахер я ее защелкнул. Ладно, пизду, вот так это делается. В пакетике. И внутри еще инструкция какая-то. Гарантийный талон, естественно, не заполнен, потому что всем насрать на ваши права. Такая инструкция. Интересно, вот тут вот эта вот штука может открепляться. Ладно, это мы дальше посмотрим. Как вот, вот вынулась шарик тут. Тут цанга такая. Два винтика.
Силикончик. Тугенько. Тугая штука. Вот на всю. И пружины не ослабляются. Вот подержим, подержим, подержим. Все равно тут туго остается. Тут такой вот плавненький переход. Тут тоже. Теперь гайка. Тут облойчик. Push. Push me. Да, вот эта штука сейчас будет дышать. Давайте посмотрим на белую хуёвину. Вот тут вот, конечно, воздух уже проник. Это рваная так и была. Сейчас она будет дышать. Вот так нажимаю, она внутрь всосется. Блять, чуть не упала. Так ровненько тут становится. Пуш. Пуш ми. Нифига. Пуш ми. О, отпушилась. Смотрим, как она там фиксируется. Пыш, ух ты. О, вы поняли. Конструкторский брак. В Советском Союзе это называлось конструкторский брак. От какого хуя они вот эти пропилы дальше не пропилили? Чтобы разъединить, нужны титанические усилия. Это вообще еле-еле душа в теле. Ну разве так можно? Этот шип еще и спрятан. Наполовину шип спрятан. Что там у нас внутри? Перегородка. В остальном пустая. Теперь тут что за шипчики?
Но ты же можешь, сволочь. Какие-то вот небольшие столбики. Зачем, непонятно. Тут вот нету их. Чтобы уменьшить силу трения, что ли? Непонятно. Четыре столбика. Что, теперь защелкнем, давайте. Можно вот так даже и защелкнуть наоборот. Прикольно. Только наоборот она защелкнется. Да. Теперь надеваем гайку. Вот эту санку. Затягиваем. Так вот, неудачный вариант. Так вот, лобовое стекло. Ни хрена не получается. Наверное, придется перещелкнуть ее обратно. Так, лобовое стекло. Ну да, вот так вот еще куда не шло. Так. Всем пока.